Доброго времени суток, это канал Post Production, и сегодня краткий обзор такого инструмента, как Evolution Banshee. Это восьмиструнная гитара, засэмплированная, и сегодня мы послушаем, как она звучит на примере пресетов, которые нам предлагают, и на том примере, который я забил в MIDI файле. И здесь мне нравится то, что есть в этой вкладке тон, много очень разных примочек, которые можно использовать: дилеи, фейзеры, хорусы, компрессоры, эквалайзеры и так далее. Ну что ж, собственно, давайте заценим звук. Вот такой вот инструмент. Я только разобрал те пресеты, которые входят в такую позицию, как Distortion. Также здесь еще есть Crunch и есть еще Clean. Чистые. Но так как у меня партия такая не для чистого и не для Crunch, я не стал делать обзор. В принципе, я думаю, скорее всего, будут качать такую гитару любители более тяжелой музыки, может быть, там джент и всего подобного такого.
Собственно, смотрите сами, где-то она весит в районе 8 гигабайт, качать вам не качать, но мне кажется, инструмент каждый оценит, особенно любитель тяжелой музыки. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, всего доброго, пока.